Приходи, договоримся. Okay, okay. On it already. No further ado, just more Warcraft 3 action here by at the DreamHack Open Fall, powered by Coinbase. Мне кажется, нас будут ждать, будет ждать тот же самый фарсир с Headhunter'ами. Right. An absolute iconic figure of the Warcraft scene in Europe playing for the humans, the Alliance in the yellow is Hawk. Старбак, как мы видим, это действительно фарсиры и хедхантеры. Можно болеть за орков, говорит Зоги. Да, конечно, конечно. Только не громко. А то... When they played here before, it was Farseer. Какие призовые? Но они пока в плей-офф выходят, но в самом плей-оффе, я думаю, где-то двадцатка должна быть сейчас точно. Нет, десятка, 10 тысяч баксов. Копье. Половина все равно хапачу идет, скорее всего. Нет, там прям призовые распределены сильно. Да-да-да, это же новое распределение, которому там уже 3 года. Yeah, and what we've seen out of Hawk on the other side was a rifle caster play on this map with Mal tanking seconds, which these days against Headhunters there is many different types of composition. Неплохо пальто. If you want to play double sanctum, sometimes there is panda being used. Мне кажется, ли я уже видел этот матч, мне даже видел. Они действительно встречались в первом туре в верхней сетке. И там счет был 1-2, но я деталей матча не помню, хотя мы определенно смотрели. Но стратегия... Стратегию Старбака. Побежал сразу Архмаг. А там даже скаутской вышки нет, об этом говорили, да, комментаторы? Нет, нет, не about to die, он его... These peasants are going to take so much damage here in peasant form, so they're not even doing damage to the wolves right now, properly. Yeah, skipping that arcane tower, it's been a big question in this matchup. Should you do it? Shouldn't you do it? Going for the arcane before the tech, of course, slows down your tech, but if you don't have a tower... Помянул предложение скачано, выглядит прикольно, буду тестить. Отличный Cyberdark, пользуйся на здоровье. И оно будет дальше обновляться. Если у тебя будет какой-то фидбэк по приложению, там есть ссылочка на тему на форуме, из приложения имеется в виду сразу. И... Да. Короче, сэкономил на магической вышке, проиграл. Ну, потому что тут уже минус один рабочий, возврат Архмага, пусть даже второго уровня, окей. Побегали рабы. Another peasant? Oh my god, it's not denied either. So yeah, he's already going for Lumber Mill. He's gonna need that improved Lumber upgrade here momentarily. And Starbuck is moving back in for more kill on those peasants. Which are still in peasant form. They die so quick. Ну покажите нам, что на базе творится, блин, какие там, какой-то же там кривой опс, ребята, просто. Стонт больше, чем, меньше, чем 5 секунд на одном месте не задерживается. Он зависает и все такое. Я тыкну среднюю кнопку мыши и буду смотреть здесь, что происходит. You shouldn't leave your base until you have that tower, because if you do, like, this is gonna happen every time. He's already lost how many? 4 peasants that was, and there's still some injured ones. Minimum 3. There's gonna be more falling here. It's just a disaster for Hawk. Even though. Чё экономит на магические вышки? Я хз. Хотя бы скаутскую построю, но она 30-20 строит. Вообще магическая вышка против форсира это must have. Вот, хочется экономить, и даже потеря одного рабочего, это еще минус рабочий. Это ГГшечка. ФС вообще не крепился. Он видел, что Блейд без него выиграл, кое-как и решил также поступить по ходу. Я не видел тем матч. Там такое количество битых. Вон еще один. I feel like this tournament is quickly becoming a showcase of please God make an early arcane tower.
Еще одна, один рабочий минус. Honestly, I think if you sit in your base, it's not so bad. But he, he just insists on living. Like one of the two. If you want to run out on the map, make exactly. You absolutely cannot do what the Hulk just did. And props to Starbuck for scouting it perfectly and adjusting, by the way. Because a lot of... I think it was almost like a bluff by Hulk. Because in the previous series that he played, he always made the tower. It was probably like, oh, he's gonna think that I'm still making it, and he's gonna... Да, да, все правильно говорит тот. Ну, смысл в том, что в прошлых двух или там трех играх Хавку вышка не пригодилась. Каспен говорил, ну, сказал в чате, что Блейд не строил вышку. Но Старбак в этот раз сделал разведку вовремя и принял правильное решение пойти... Еще минус фут. He may not. Oh, no. Oh, my God. It just keeps getting worse. I feel like I'm watching like a... Там такие рабочие. Сейчас еще один справа умрет. Там не показывают, но там минус рабочий, еще один. Еще футмен красный. И пока даже Headhunter ни один не умер. Но этот умрет, скорее всего. Hawk might wake up the creeps at the fountain, yes. Oh, no, Starbuck is not seeing it. Oh! He's fighting creeps! Oh, Starbuck, you gotta run. Alright, one enemy going down. Хэдхантера забрал. Заденайл еще одного. Ну, 30 на 34, и там подкормленный ФС. Хотя нет, подожди, еще Кавк может вырулить как-то. Да-да-да, ошибается. 30-34. Сейчас разглядишь. Там, правда, Фортресс уже, блин, почти готов. Не-не-не-не-нет, это такое преимущество конское. Дикое просто преимущество. А у Хавка надо... У него еще проблемы с лесом. Ему нужно... Он делает грейд на улучшенную добычу. Вроде леса хватило на МКУ, но он до сих пор достраивает пизантов периодически. And he's known for playing aggressive when MK is out. So Starbuck is going for a Raider into a Snare. Торин крипится, пытается хош ворваться, но, к сожалению, не успевает. Торина надо молотком бах. Бах. Какое questionable? Там других целей не было. Блин, как же бесит, а? Ёпрысы ты. У тебя полная мана, ты врываешься в крипджек, человек не закончил крипинг, одна цель, которая ранена. Болт у за Тиси. О, штук... Турен опять молоток, но под контролем вот очень хорошо. Просто там инвул есть, я не знаю, зачем он лезет сейчас в участок в этот. Да, но после такого сначала, конечно, тот факт, что Хавк еще живет, это само по себе чудо. Да. И вот он самый классный апгрейд вообще в игре. 475. Два апгрейда на атаку. Капец. Такой урон. Не спорь с человеком, который идея с Близзардом с патчами подкидывает. Да, это очень опасно. Очень опасно. У нас даже новость на КГ была по этому поводу. Перевод там стены этих предложений. Which is not where you want to be behind against. Ну там столько нужно фильтровать. Есть реально хорошие идеи, но, блин, на одну хорошую, две плохие. И... Не дай бог, там товарищ без анализа подойдет к этой теме, начнет городить. Можем получить опять какого-нибудь... 5-5. Сила Агила не самый хороший артефакт. Ну, медалька здесь самая лучшая, 5-5 сила Инта. Ну и если мы не говорим о ауре. Такой просто урон, реально. Wand of Mana Stealing. Хошка минус 10 лимита. И понимаете, у Хошка чисто по теку проигрыш. То есть, когда там берсеркеры Кадой с этим с хорошей музыкой идет, там вот это вот футы присты, это такое. Здесь это не контра вообще. Не контра вообще. That's crazy, actually. He should definitely
If you're not going to play rifles, you definitely should have defense. He's going to rely more on breakers, but... Плохие три ужасные. Нет, там, ну, скорее всего, один вот к двум. Хорошая к двум сомнительным. Ну, то есть, к тем, которые, по крайней мере, не надо в таком виде, который предлагается. При... He can still plus 3 and still is fortified. I think he was worried about an attack here. Or like some sort of hit and run. I don't know, this is weird. Это странно, да, действительно. Чего боялся. Ну, он действительно отменил где-то на 60-70% сделанный грейд третий на атаку. Хавка вырывается. С крипами хорошо проходит. Крипы в Соленого просто убили рейдера. Берсеркеров про... Ой, какой клэп хороший. Мана. Ой, хорошо, большая мана. Тайный Грейт Холл. Шансы есть? Шансы есть клэп. Ну, хотя МК минус просто. Передал это телепорт минус. Ну, тут у нас просто минус. Там почти 10 лимита было на старте. Странный был стомп внизу, мне показалось. Или он стомпанул на двух нейтралов? Да, но учитывая начало, повторюсь, как бы происходящее сейчас не должно вызывать никаких вопросов. Но то, что он забрал здесь нейтралов, это большая удача, на самом деле. Пытается... Ай, пристань, как не... Ой, еще арба срабатывает с пуржем. Еще один хит. А там один к пяти, да, у него срабатывает порш, или один к шести, 15%, наверное, какой-нибудь. Кто в курсе? Нейтрал убили 3-4 хэдхантера и райдера. Серьезно? Ну, райдера я помню, а хэдхантера в таком количестве не заметил. Зачем орк отступил? А у него был красный в ТЦ и битая армия тоже. Well, you know, it is what it is sometimes, Todd. Certainly is. 20 по юниту, 5 по герою. Спасибо, Нисим. Ну, Хавк, наверное, видел тайный Грейт Холл, на самом деле, и... Рунные браслеты, да. Ютуб упал. Бывает, друзья, бывает. Сейчас там аспирант, может, поколдует, но в любом случае... Продолжаем запись, если что, я делаю локальную на всякий случай. Oh my god, the mountain king! You just went shopping! Clarity. Mana potion, the big one was burned before. Yeah. It's gonna buy a small one. Alright, you know what? YouTube есть, все ок. If Hawk smashes this fight right now, this might still be doable. С чего он падает, интересно? Maybe. Очень хороший стомп. Молоток, клэп, телепорт. And worst fight possible for Starbuck here, because he just expanded. Да. The more time he gives to his expo, the better. He should just go to the merchant, creep that, secure some extra item. He even has a sentry ward, spotting the human army. Ну, грейды, в смысле, героя 3-3-3, это довольно хорошо. Для орка второе лечение, он закупает на ману. Он инвул передал еще сухе. Убрал с Таурена. Ну, там все равно КД есть. Ну, противника больше, герой у него лучше. Если сейчас мы не выигрываем, то я хз. Ну, там про продолжение не будет. Кадоя врываются. Клэп на Кадоев. Минус 6 лимита. Ну, МК есть инвул, хорошо. Убивает Кадоем. Маны уже нету, МК, он делает последний клэп. Там свиток, лечение, минус брейкер. 43-54. Because you got a town portal and you're completely out of mana, but нет, he sees this expansion mining in front of him. He actually killed a few of the peons. Приходится отступить. Огромное количество реально трупов. Форсайт взял. А мы говорили, никто не использует на профессиональном уровне. Пожалуйста. Ну, ситуация какая? Волков брать, там все равно есть присты и это экспа. И ты их обычно не используешь. И да, форсайт сейчас... Неплохой вариант.
Хош не сдается, 44, но сейчас уже 60 реально у противника. То есть еще хуже, чем было в прошлый раз. Да и закупки у нас нет никакой. А он закупился, 2 единицы. Ой, какой хлеб пытался сделать Хош. Нет, стомп. МК подставляется. Сейчас Хекс, что будет? Сайт, чайник, сетка, ничего не сделать. ГГ пишет Хош. Такое просто мучение после этой непоставленной магической вышки. Такое страдание у Хавка. Вот так вот. Может, пока... Может, не смотреть? Я знаю, что у нас есть товарищ, который иногда там приходит, потом ливают, и на следующий день приходят, типа, я специально ушел после 0-1, чтобы не расстраиваться. Вот, и... А сколько стоит магическая вышка? Ну, 30-20 сама скаутская вышка стоит, и там же типа 70-20 или сколько? Я не помню точно. Кто Хуман? Кто помнит? Стоголды 70 лесов. That's out of the way now. А, 50 леса арканка агент стоит. Вот. Суммарно получается 170, да? Все правильно? 70-50. Ну да, понятно. То есть 170. Не такие уж, конечно, и маленькие деньги. Но если вы теряете двух рабочих, то вы просто по ресурсам и по недобытым ресурсам тратите больше, чем на эту вышку. То есть, представляете, сколько времени потратил Хав, сколько там он потратил и рабочих, и футменов. Neo's getting one. Можно заказать арканку, отменить его в последний момент, если не нужно. Ну, по крайней мере, скаутскую нужно делать. Ее, правда, быстро убивают, если противник окажется рядом, потому что у нее и здоровья мало, и армора нет, и типа защиты тоже такой. У нее же легкая броня, да, получается, у скаутской. Соответственно, стрелки ее унижают. Свен говорит, да Хумны постоянно на это жмотятся. Еще с 2000-х, когда играли, не любили вышки строить, потому что они типа бесполезны против БМа. Прохладная история от Свена про БМа в 2000-х. Учитывая то, что БМом начал играть Лин в, не знаю, каком, в 2006-м? Не, ну не 2000-х, а 2006-2008-х. Хорошо, это уже ближе к правде. А после Лина потянулись остальные, кстати. То есть это... Форсир был настолько популярен, что его... Прохладно, когда орки с Т2 не делают бетон. Пальто говорит, 2009 тоже 2000-й. Ну так-то да, да. Просто еще с 2000-х, и ты думаешь, ну сначала 2000-х. Но нет, нет. Потому что у Блейда Виндвок не давал тебе возможности проходить сквозь юнитов, насколько я помню. И очень плохо он юзался. Ну давай. Зачем Хуман нужна вышка, если есть ополченцы, говорит Турели. Неплохой вброс. Турели хочет пообщаться, видимо, с кем-нибудь, кто поведется. Аксман Вайс говорит, что за дела? Я отошел поговорить по телефону, вернулся, уже хав горит 1-0. А с кем там разговариваешь в воскресенье в... после 9? Долгое время. Да, и Критания была из инвиза. Вот это тоже перерабатывали. Take that away. Стакаются ли разные арбы, например, с ядой и с молнией? Нет.
будет работать та, которая находится выше в инвентаре. Так называемый орб-эффект, который имеет, например, маска смерти, орбы, стрелки, потмавская, ну, потмовская, соответственно, рейнджеровская. Кого еще стрелка есть? Блин, а наговская. Это тоже орб-эффект, поэтому если вы выдаете орбу человеку, у которого есть такая штука, то она работает сверх обилки героя. Ну, иногда даже бывает полезнее. Ну, типа, когда эльф против хумана играет через вторую нагу, когда появляется Т3, орба ядовитая важнее, чем орба замораживающая. Probably like, oh man, I'm facing the headhunters and a shadow priest. It's getting harder and harder to play this. Подождите, а мы вышку-то сделали? Слава богу. Скаутская вышка стоит. Но хафт не делает грейд. Не грейдит вышку, точнее. Speaking of which, Starbucks Tier 2 is also going to be delayed quite a bit. He invested in the Shadow Priest early and the Peon Scout, so Tier 2 is going to be a little bit later this time. Вызывает новых волков. Архмаг немножко подставляется. Форсир тоже наполучал. Пошел грейд у Хавка. Ну, он... видимо, самая главная причина того, что он не делал в прошлый раз магическую вышку, это то, что он присмотрел игры и свои Блейда и понял, что она ему особо не нужна была. А ты задерживаешь грейд, если делаешь сначала вышку, а потом... Вот. Ой, рабочего можно потерять снизу. Ай-яй-яй-яй-яй. Беги, ну мог же проконтролить. Минус один рабочий. Ладно, один это... Один это еще не два, а два уже вот близко. Ну убери ты наверх его. Там, правда, Динайли элементали, кажется. Футмена не доконтроливает. И магическая вышка, да. О, Бастит, давай, заходи, моя хорошая. Давай, запрыгивай. Красивая моя, стрижная кошка. Коты дрессированные. Чей хвост? Видите на камере? Чей хвост? Дефенс появился, магическая вышка помогает отбиваться. Базовый урон у нее какой-то смешной, типа 8-10, но самое главное, что она по самоунам бьет дополнительно двадцатку и еще выжигает ману у героев. Ой, какая приятная шерстка у нас тут. Ой, какой подшерсток приятный. А загрейдил раньше вышка, не потеряла бы рабов. Да? Да. Ну вот это всегда очень грань такая. Ты не знаешь, сколько ты потеряешь, если ты... Ну, хотя ты знаешь, что ты, скорее всего, не потеряешь, но ты потеряешь в тайминге грейда, например. Не получишь рана второго героя. О, минус жрец лесных троллей. Архмаг все еще не второй. Где моя аура? Алло. Mount hacking starts earlier than whatever second hero Starbucks is gonna go for, which he definitely should be starting right now. He goes for the Torrent Chieftain, yeah, having seen the Blacksmith. Makes a lot of sense, and it's a bestiary second, it doesn't quite... Второй урон, уровень, извините. У Архмага. МК делается, Таурен делается. С рейнджовыми, конечно, попроще крепится, видите? Особенно с такими... Ну, попробовать! Да. 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 Slightly faster than footmen can usually catch up and do some more hits, but you don't want to be losing this one. Any bit of free experience here would be really bad, and he just resummons instead.
Look at the experience. Like, Hawk gets a free camp before they start fighting, and he still is only level 2 against the Falseer, well on his way to level 3 now. С крипингом у нас серьезные проблемы. Разница по XP серьезная. И плюс хедхантеров еще в том, что они... Вот сейчас он отступил, и Хавк отступил. И скорость крипинга при равном лимите у Старбака будет выше, чем у Хавка. Можно что-то там с ополченцами, конечно, там наверстать. Но из-за рейнджовой, рейнджовой жесткой атаки хэдхантеры... Ну и из-за типа урона тоже. Он довольно универсальный, пирсинговый. Получается... Хотя милишный более универсальный, наверное. Но самое главное, наверное, то, что они стреляют, и можно и выманивать, и у них урон базовый высокий очень. Скорость крипинга у противника больше. Увы. Ну, посмотрим. Сейчас Старбак сбегал в центр для того, чтобы... О, хорошее кольцо. Ну, учитывая, сколько МК приходится вырываться, делать крэп, клэп и терпеть, колечко защиты... Там мана, естественно, поважнее, но... Но там 20, сколько там, процентов дополнительного ХП, это неплохо. Причем 4 армора для МК, у которого 800 ХП на втором уровне, или сколько там, поменьше, наверное, 775 где-то. Не помню. Прибавка там 24% на здоровье дает больше эффекта, чем 150 медальк. Так вот. Посмотрим. 850... А, нет, у него серклетка была еще. Так что где-то 800 хитов, если книги не было там какой-нибудь. Ладно. And Hawk actually went clap, so you definitely need a shadow here to try and, you know, outheal some of this big damage that's going to be hitting you. I think it's because he knows he's against. Сейчас проход в центр, а в центре уже все закреплено. Крипрут у Старбака получился гораздо лучше. В результате. As soon as the upgrade finishes, and there is also going to be a heal scroll and shadow enter to heal, because usually here when it comes out. Да, и магазин, видите, как закрепил хорошо. Получил, соответственно, свиток против клэпа. И шаром просветил. Как же Старбак отлично прокрепился, капец. Плюс одна точка где-то. О, там Архмагу уже очень плохо. Scroll of Speed. To get the coda out of dodge, very nicely done. Oh, the next stomp against the rifles. Oh my god, they're standing in the middle of everything. Clap. Huge stomp. И свитка нет, и чайник. What's gonna come out on top here is минус райфл, минус берсеркер, минус второй райфл, клэп. И еще минус приз, но мана. Ману выпил МК. Так они вырываются, еще классно. И приз подставляется. Почти нереально контролить в такой ситуации пристов каких-то, когда уже там 4-5 человек находятся. 37-43. Рифл. Ну. Вот мне любопытно, кто-нибудь пробовал рифла нулевого? Трехлимитного стравить с берсеркером? У меня что-то подозрение, что берсеркер его развалит, несмотря на то, что он стоит там на... Ну и занимает 2 лимита, а не 3, и стоит дешевле. Любопытный. У меня подозрение, что он заберет. Да, он спас берсеркера. Четвертый кто вариант, да, ну хрень какая-то. Could be a huge stomp once again. Is he going for the hero? No, he's going for the priest. Не выходит тоже из группы, друзья. And the rifle's in trouble after. Seems like now Starbuck in full control. Четвертый Таурин вообще. Last game that was the case, the way he was pushing the expo non-stop, and now если рифло гоним, за это без шансов. Их Хекс пошел, то вообще никто не уйдет. Никто не уйдет. Четвертый Таурин, четвертый ТЦ. Еще минус приз. Даже под контролем. Охренеть, посражались. Вот это новая мета с хэдхантерами, она, конечно. Снова врыв.
He's got a great catch right here. Dispel comes in. Вторая аура у Таурена тоже помогает. Получается, может сейчас заиграется Старбак, опасно. Минус рифл, там справа он все равно сдох от волков. Стом! Может не успеть. Чуть-чуть рано стампанул, чуть-чуть. А мог бы еще архмага забрать по таймингу четкому хекс там. Да. Блин, хороший мог быть вечер, а? Но осталось мне не завалить. Завалить еще XCOM. Троечек, и будет вообще отличное воскресенье просто. Соника потеряли, хавка теряем, уже прям наблюдаем, как теряем. 4-4-1, 40-50 лимитом 35, там 3-3. Even less likely here that would ever happen, yeah, with the plus three attack on the way. And he's keeping the shop in mind as well. The TC going to the merchant, he's pretty fast with that. Aura gonna pick up the next invul potion, maybe a heal scroll. Можно это продать crystal ball и купить себе, да. There we go. Invul potion indeed, and waiting for that heal scroll. Не, у рифла ДПС почти в полтора раза больше и ХП больше на 60. А, все хорошо. Grabbed all the units that were left over in his main 48 supply. It could, like, usually this is where you would buy a tiny and then drop it on the expo. That's one way to play it, but he feels so confident, I think, that instead he just shopped a lot, grabbed the mana potion, script jack, but got invuln. Actually, he has two invuln, healing scroll, speed scroll, and he's just like, I'm gonna fight you and beat you. And there's no temple of a hawk. That's stuck down there. Bilisha's already on the way, as if he knew that this possibility was there. TC is going in for a big stomp. Chain Lightning follow-up, huge damage, Militia call timing is really good. But good movement on the Farseer. Пытаются тыкнуть Фарсира, но у него телепорт есть. Фарсир свиток должен сейчас юзнуть и отступить. Там столько криков. Ну, МК, конечно, черты получает. Ну, 33 на 50. 33, блин, на 50. Hawk having a decent fight here, all things considered, but just his numbers are so low. 48 supplies to left for Starbuck going for the... Архмаг, Архмаг, Архмаг! Минус Архмаг. Это конечный ГГ. Капец. Hawk eliminated for the very first time in a group stage. Ладно, Джонни Кейдж живой, Хэппи живой, в плей-офф вышли, Фогет живой. Так что будет за кого побороться.